Привет всем, с вами Фаррелл, игра Снайпер Воин Призрак Три. Мы продолжаем, у меня для вас есть немного плохая новость о том, что задание в прятки. В прятки, увы, не записалось, так как после съемок Fallout не переключил игру и захват не прошел. Но задание длится 10 минут, по крайней мере я вот так прошел. К радости там ничего сверхъестественного, просто пробрались на многоэтажку, ликвидировали цель и свалили. Все. А вот задание в изоляции, пункт связи в горах, это, мне кажется, уже будет интересно. There's likely to be some chatter about Robert. All I can promise is to keep our ears open. He may not even be alive. Nah, Frank. He's too stubborn to die. Please. All right. Ears open, John. Out. Итак, рядом мы захватили лесопилку, аванпост. Но мы там проходили задание, угоняли грузовик. Еще, как я понимаю, это заправка. Или здесь заправка. Не суть. В общем, аванпосты я, наверное, отдельным видеороликом сниму, как мы там захватим, чтобы время по сюжету не тратить. А теперь еще мы сэкономим время, сюда переместимся и будем перенаправлять антенны. То есть мы будем своего рода на некоторой базе, где нам предстоит это все, ну, достаточно скрытно сделать. По крайней мере, я это попытаюсь. Много их подъехали, и здесь вот уже я хочу пойти пешком, чтобы себя никоим образом не обнаружить. Есть вышка неподалеку. Мне кажется, мы не взберемся. Ага. Ничего, не суть. Будем пользоваться рельефом. В гору, не здесь можно подняться. Нет, случайно не здесь. Ладно. Фрэнк, запыхался. Primary target of the radio telescopes. Не убивать ученых, дать задачу у нас. Естественно, разведку будем дроном проводить, чтобы это в прицеле не сидеть, не высматривать. Давайте вот так запрячемся в кустах и запустим нашего помощника. Нет. Освещения много слишком. Спокойно, как дерево. На крыше я уже увидел цели. Давай. База, да, здесь прям так неплохо будет все охраняться. Вертолет даже поблизости есть. То есть в наглую не побегаешь, не попрыгаешь. Патрульные ходят туда-сюда, грубо говоря. Некоторые друг у друга на виду, как я понимаю. Снайпера могут быть, эту вышку вижу. И на въезде стоит тоже на высоте охранник, скажем так. Вот батарея подводит. Ай-яй-яй. Блин, ну хоть что-то разведали. Так,
первый вариант это вот здесь спуститься по тросу на эту крышу, или же где-то здесь нам спуститься. Ну, он вроде снова зарядился, я еще хочу полетать. Я подозреваю, что мы не всех отметили. Погнали. Буду пользоваться импровизацией, как да. Раз такая тема, что-нибудь придумаю. Главное не накосячить. То придумать придумаешь, потом опа, нежданчик. И чувствую, я придется прятать ликвидированные цели. Это, кажется, первая антенна, да. Ну, это палевно так спускаться. Сейчас вот давайте более экстремально. Опа, есть. Можно будет, пока вот этот не повернулся, срочно прячем тупак, желательно надежно спрятать. А вот этот баг как раз то, что надо. Мне только непонятно, кто отвлечется твою дивизию на компьютер. Свалился по глупости просто. Заболтался тут. А кто, а что, а куда, а почему? Вот этот вот внутри помещения или с той стороны стоит, смотрит, непонятно. Это тут сюда палит, это ясен пень уже. Он вроде бы будет должен отвернуться, вот этот, но он нифига не отворачивается. Ну и патруль с тобой, мы уже зашли сюда. Почти беспалим, но ну давай попробуем. Positive. Wait for the scientists to come out and then sneak inside. Слышу, вылезать ко мне куда? Ой, блин. Пока разойдутся, подожди. Заметно. Она придумывает тут, а нам разгребает. Тихо. Они, кажись, будут все сюда подниматься. Все не все, но будут. Один поднялся. Так это ученый. Он нам не нужен почти. Хотя нет, чтобы их не убивать, да, но отвлекли.
I never imagined I'd die like this. Eyes on Tangle! Opening fire! Чё за прикол? А чё за прикол? Кто нас спалил? Ученый. Он сидел испуганный. Весело, конечно. Тогда меняем тактику. Хотя смысл почти нету. Ну это вообще в лоб пошел. Сейчас по-другому разыграем. Ход действий. Погнали. Вот тогда вот дрон нам не отметил, увы. Что он кто тупо нас не заметил, но это нам на руку. Однозначно. Так. Берем тупо, поднимаемся. Как палевно. Ой, как палевно. Не хочу. Вообще не хочу. Пипец, как палевно. Ага, вот все нормально. Что тут? Ничего. Здесь вот прятаться можно. Зато. Ух ты, фонарик можно пристрелить. Круто, чё. Ну почти мы попытаемся спрятать хотя бы вот сюда. Теперь будем отвлекать ученых. Эти негодяи вышли с комнаты своей. Тихо, нас нету, не увидел. Итак. Решил я вот этот момент заново не снимать, ничего не монтировать. Вот как есть, сейчас пойдем. Заметили и заметили, и фиг с ними. I've shut down the computer. You think this is going to work? Positive. Wait for the scientists to come out, and then sneak inside. Вот теперь два ученых вышли, все четко. То в тот раз что-то тупануло. Игра, видимо. Потому что пришел только один. Я еще не понял, как это так. Что мы делали, если пришел один, а второй там стоит.
смысл надо их вот так отвлекать и напарника, потому что там никто, он говорит, мол, отвлечешь, зайдешь и все дела. Uploading the coordinates to the first antenna. Nice work. Now find the other towers. We need all of them for this to work. Во, чёпта. Радаре ученые идут, вот я и спрятался. Пусть проходят. Четко. Чёрный театр. Кто нас там видит? Начинается. Перебежками будем. Перебежки, перепрыжки, всякая такая тема. Крыша мне не интересна. Вот этот патрульный вроде нам не мешает. Вот там. Кто знает. Что за разговор? На вышке прям никого, окей. Глухой, что ли? Иди давай. Ой, кто там? Чё там, кто там? Пойду посмотрю. Пойди посмотри, чё. Ой, сдох. Ой, куда он делся? Тоже пойду посмотрю. Пойди посмотри. Он сдох. Я тоже пойду посмотрю. Такие, походу, там разговоры. Не зря заглянули. Вышка, вышка. Заманчиво залезть посмотреть, но не хочу. Пацаны, пацаны. Я противника видел. Он убежал. Глухой. Глухомань. Ну. Чё прикал? Иди ты уже на камушек. Во. Чё там, пацаны, пацаны, отойду посмотрю. Посторожите за меня, называется. Ну, чё. А так, рот закрой. Андератак. Не атака, нифига. Кривоватый пистолет, что ли? Или я прям так промазал? Что ты там трахтишь? Так паленый. Зато без паленый, так спрячем, еще и бучим. Будешь знать. Лежит, тарахтит. Вообще наглый. Хрен узнает, как туда идти. Сейчас как увидят. Тю-тю-тю-тю. Никто я не увидел. А, ну да, ну да. Замечтался я уже что-то. Патрульный.
Ничего. Ты отметь патрульного, снайпер. Алло. У тебя противник под носом, ты издеваешься. Что-то разрабы подкосячили. Ну, о, наконец-то. А тут я чем ученых буду выпуливать? Ну, один. Что? Враг отвлечен. Кого я отвлек? Ученого, солдата. Вон он стоит. Что идет сюда? Это солдат сюда идет, походу. Нет. Бочку я не очень хочу взрывать. Взорвать, чтобы отвлечь. Что за бред? Чё им ещё туда нужно? Гранату? Бумовую или какую? А что у нас с пулями? Туда зашел. Блин, шумовые никакие не брал. Зря, видимо, не брал. Если нет, ну я уже заходил, пугал, они разбегались. Ой, не разбегались, тревогу поднимаем. Было бы неплохо, если разбегались, там мыслянь. Давай стреляем. Выходите, ученые. Солдатов шухер будет. Ой-ой-ой-ой, сколько вас, идиот. Валить бы отсюда нам. Какая-то непонятная ситуация с этими учеными. Как их тут, куда их тут отвлекать? Ничего не клацается, увы. Или уже после бочки нельзя клацать. Все туда прибежали. Пусть пишут на несчастный случай. Я вот ящики пособираю. Когда мы еще так свободно побегали по бане. Когда всех отлепили-то. Вон. А, это те ученые. О, бежит, бежит, бежит. Пацаны, пацаны, там шум был. Ага. Ага. Ничего.
Хотя бы тут сервак был бы. Отлично. Был бы на кучёно. Полазили и хватит, называется. Ну, половину мы уже где-то вынесли. Uploading the second set of coordinates. Ученые нажаловались последним охранникам. Здесь пришлось брать штурм, потому что время истекало, свинкаса не равно было, как вы понимаете. Ну, возможно, не очень все хорошо вышло. Ну, мне кажется, с разнообразием. Нам вниз, наверное. Сейчас там что-то будет, стопудов. Вертушка не просто так полетела. Опа, она. Куда идёшь? Пошёл. Слепошарый снайпер. Вот это бери. Ой, блин. Куда по самолете, алло. Да.
знаете, в руку. Потеряли цель, да ладно. Куда ж я делся? В самом деле. Плохая идея, ладно. Там походу снайпер вышки сидит. А, вон они где. Уже сюда прибежали, сами. Весь лухо устроен, что заморачивался. Странноватый, конечно, уровень. Если бы ученых я поубивал, было бы куда проще, скажу я вам. Ставушка. Seizing pursuit. Stay alert. Roger. Keep searching and stay alert. Мне кажется, так даже поинтереснее, чем это в кустах сидеть, высматривать всех. Кого не лень. Ну здесь да, зашел, отвлек эти, я не отвлек. Че за прикол? Какого фига? А ну выходите, ученые. Бегом. Что-то так неинтересно. О, зато ящик есть. Ладно. Че, реально не отвлекает? Странно, а как тогда надо выкуривать из этих антенн? Я еще в ящике не прятался, а Alien Isolation отдыхает. Пугать надо было, точно. Ты хочешь стреляешь, можно их пол всем. That's all of them. Nice job, John. Take a breather, but don't slack off on me yet. We still have a lot of work ahead of us. Исчезаем. Все. Задание, в принципе, выполнено. Более-менее всем. Not just an arms depot for smuggled weapons extra gear? Could be. We've had chatter about Russia, Turkey, China, and Saudi Arabia redirecting shipments this way. But there's something much bigger at stake. That takes some serious financial backing. Someone is funding the separatists as a... Понятно, началось в апологии, хочу с вами... We've got to take out that hub. I'll turn that train yard into a junkyard. Twisted metal and matchstick railroad ties. JSOC will search the communications logs. If Robert's out there, someone's got to be talking about him. Focus on the train yard, and I'll keep an ear out here. Да, thanks. Конечно, out. Настрой нужно уметь такой более стелсовый на эту игру. Я что-то сегодня
штурмовой прям. Опа, винтовочка новая доступна, Knight 110. Ну, как вы уже догадываетесь, это полуавтомат. В каком-то смысле это нам даже и подойдет, в каком-то нет. Потому что у полуавтомата есть свои плюсы и минусы. Значки ночного видения купим, так уж и быть. Ремонтируем броник. И тут пока ничего. А навыки, давайте-ка. Предметы, ходьбы, прыжки. Ходьба, прыжки, меньше шума. Тут видеонаблюдение берем. Тут бегун берем. Как-то так. Слегка еще подраскачались. А что глушитель не починил, не понял. Должен быть ремонт. Вот, другое дело. Ну, давайте уже на этом завершим. Всем спасибо. Такой своеобразный у нас получился элемент. Ну, обязательно продолжим. До скорой встречи.